Допустим, что каждый из вас сидит у себя дома. Каждый по отдельности. И каждый из вас будет просить у пророка, да благословит его Аллах и да приветствует. Наш пророк сам говорит, когда просишь, проси у Аллаха. Он нас этому учил. Мы следуем за тем, что он сказал, мир ему и благословение Аллаха. Допустим, каждый из вас сидит у себя дома и просит у пророка, мир ему и благословение Аллаха. Если каждый из вас будет просить у пророка свои нужды, услышит ли пророк зов каждого из вас во всем мире в одно и то же время? Субханаллах. Пусть ответит мне на этот вопрос. Если он верит в это, то получается, что он убежден, что пророка не отвлекает ни один голос от другого. А это невозможно. Мы, баракаллаху фикум, говорим, что акида ахли сунны – это обязательное соблюдение чистого тавхида. Как учил нас этому наш посланник, да благословит его Аллах и да приветствует. И как Всевышний Аллах ниспослал его тавхид в своей книге.